Нет, мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем, чтобы он отдал приказ прекратить сопротивление. Но то, что аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Мы не пробачим. И Бог не пробачит ни сегодня, ни завтра, никогда.